Дежуря по городу, наша мобильная группа встретила рабочих спецавтобазы ЖКХ, которые обновляют абаканские вазоны. В день двое рабочих успевают покрасить примерно 15 штук таких необычных клумб. Они, кстати, в городе появились у нас совсем недавно. Бывают в работе и курьезные случаи. Например, отправят бригадир на какой-нибудь перекресток красить клумбу. Приедешь, а ее нет. Кто-то забрал себе домой. Всякое может быть. Это, конечно, очень неприятно, потому что это труд людей. Ну, такое бывает, конечно. И клумбы, цветов не хватает порой.